Всем привет, зрители и подписчики наших каналов, с вами Кокакула, МС Кобель и Арчар. Всем привет. Здравствуйте, товарищи. Вот, играем мы в Titanfall. Наконец-то добрались мы до Титанов. Давно мы хотели поиграть, чтобы большой компании, не только мы с Максом вдвоем. Вот с нами еще Олег, уже втроем, уже веселее. Ребят, только что скачали обновление. Макс, что ты можешь сказать по этой обнове, что там новенького добавили? Я вообще не читал ничего, то есть я как бы зайду и посмотрю, каково оно мне. Ну сейчас заценим, ребят, единственное, что мы знаем, что вот когда мы играли еще... очень много музыки обновилось, или заменили, или обновили, или добавили, вот очень много распаковалось музыки, так что... Плюс теперь те, кто у вас в друзьях, они выделяются, раньше этого не было, да. Это то, что мы, обсуждали с Лешей когда-то, это я там... Бегали я, Макс, где ты, то есть все одинаковые, теперь хоть друг у тебя реально выделяется, неужели? То есть, знаете, самое интересное, что молодцы, они прислушиваются, к пожеланиям игроков и как бы выпускают патчи. Да. Посмотрим, что будет. Давайте, может, еще что-нибудь такое придумаем. Именно наше, такую изюминку. Изюминку. И будем ее раскручивать, и ее введут в игру. Точно. Я предлагаю сделать. О, круто, слушай. Типа, чтобы он стажер управлять на радиоуправлении. Да. Было прикольно. Слушай. Кстати, да. Говорят, каких там монстров добавят. Кстати, новые вот это обновление, там новые джунгли, там карты обалденные вообще. Так, ребят, мы вроде 3 на 2. У них вылетел, ладно. Значит, нас трое, их двое, мы должны их задавить. Выбирайте карты сразу. Слушай, а это просто месиво, да? Да. Да. Слушай, я уже просто забыл бегай, стреляй. Все, и всякое такое. Так, ребят, давайте сразу. О, Макс уже побежал. Ну, ладно. Я хотел боем порулить, фиг с вами. Минус один. Окей. Слушай, я дробовичок взял. А, сюда не запрыгнуть. Пилотов находить. Что меня подлагивает стало. Вижу одного. Вообще никого не вижу. О. Там наверху, да? Так, я через здание пройду. О. Есть. Я вообще разучился. О, нифига тут ботов, блин. Прям сзади меня эта капсула с ботами появилась. Я двоих щенков убил. Я уже даже забыл, ребят, как ближний бой. Все забыл, ужас. Ближний бой, задний бой. Леха, вижу тебя. Все, боковая кнопка мыши, блин. А ну сделай так еще раз. Давно я не играл в Titanfall, блин. Что я вам скажу, я тащер. Так, есть минус один. Сейчас, ребят, мы разыграемся. А? Там сомневался в моих способностях. Лоб нуб какой-то, блин, меня убил. А еще. Так, а Титана как Е вызывает, да? Титан на В. По крайней мере, у меня, не знаю, как у тебя. На В как галочка. У меня Титан готов. Так, минус один. Так, ну что, я пошел напинывать на Титане. Давай. О, Леш, молодец, кого-то убил. Ну, неужели? Я сам в шоке. Ты. Прямо-таки непонятно, откуда стреляет. А вот где. Думал меня убить, а у него это не вышло. Лихо! Где тут вражина был? Вай, кто там стреляет? Кто-то стреляет, где-то стреляет. Так, до Титана 53. Ужас, я уже отвык настолько от управления, ребят, вообще не чувствую. Так, есть вражеские Титаны? Ребят, что-то вы долго до Титанов-то. 36 секунд, наверное, у каждого справа. По-разному. Не-не-не, чем больше убиваешь, тем быстрее открывается. Понял. Леша, ух, ты захватил пушку, захватывать, да? Турельку, да. Все. Ага, вижу. Олег, а нет, нет, вражина. Говнюк убил меня, ребят. Ой, титанчик. Вражеский там. Вражина. Иди сюда, на. Маловато. Да вообще. Блин. Ах ты, блин. Ух ты. Они даже раненых уносят. Я даже этого не видел. Ничего себе. Я тут автотитанчика уничтожил. Ой, еще. Ага. Так, сейчас заценим рельсотрон.
Не, ребят, дробовик это реально тема. Нет. Воу! Мне в спину, блин, невидимости кто-то ударил ногой. Шейку свернули. А, жесть. Так, что-то я... О, хорошо. Я буду мстить. О! Ты будешь мстить, и мстя твоя будет страшна. По-любому. Где ты, поц, в невидимости, а? Иди сюда. Так, хорошо. Тушек добивай. Ах ты засранец, блин, нифига себе, блин, меня добил, зараза. Говнюк. И меня тоже убил. Скотина, блин. Так, вызываем титана. Давай, Леха, нагни их там всех. Да я, ты знаешь, я сейчас такой нуб, Олег, я вообще забыл, как играть в эту игру. Забыл управление, забыл все. Убил пилота, но меня убил титан. Титанфол. Леха, давай, продавливай, продавливай. Их надо, короче, вручную. Давайте вдвоем его, вдвоем. О, моего титана запинали. Вражеский титан меня придавил маленько. Так что не сдавайся. Блин, далековато, блин. Ладно. Придется перебегать. О, пойду-ка я турельку закончу пока что. У меня какие-то испытания постоянно завершены. Да-да-да-да-да, есть такое дело. Так это классно. Угу. Ай, убили его. Как хули их там нагибает, да, походу? А не знаю. Да все мы нагибаем по чуть-чуть. Ну, с ботами, да, с ботами несложно, а вот... И иногда бывают опасны. Mm-hmm. Блин, классно реально, что вы зелененькие. Теперь хотя бы знаю, где кто. Да-да-да. Есть такое дело. Ого! Это как это так? Ах ты говню! С умным пистолетом. А нет. Да. Я посмотрю, как меня чувак убил. Я вообще не понял. Да где он? Где-то тут. О! Так, а что же еще поменяли-то, а? Пока не знаю. Еее! Плюс титанчик. Так кто ж по мне так стреляет? Вот-вот-вот-вот-вот, вижу. Блин, только я хочу, короче, башню перегруппировать сразу, блин, выходит меня кто-то убивает. Это закон. А, свои. Тут не свой. Так, а я вот автотитана какого-то пытаюсь убивать. А, ну автотитан это танк без управления. Ну, знаешь, понятное дело, но все равно. Минус титан это всегда хорошо. Согласен. На одного говняка убил. Ай, подлагала. О, 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 о! Братюнька, ты мой! Здесь куда? Да. Так, хорошо. Так, я понял, я что-то... Вот, так. Вот это я занупил. Да, не, надо второе оружие какое-то второе брать. Ну, то есть... Вот это я там. Так, одного убил. О, вот это вот мясо. Так, Лёха, аккуратно там, я тебя вижу. Ах, засранец, блин. Ничего себе у меня пушка. Так, пойду-ка я этого братана найду. Где-то он здесь был, засранец. Проиграли, ребят. Все, тебе надо тикать. Ага, тикать. Вау, нет, 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 да, стреляй по мне. Так, я короче, спрятался. Давай. Пускай они там всех перебьют пока. Мы сделаем по-умному. О, отомстил. Засранцу. Долгое прибытие. Ой, долгое прибытие.
Я уже жду. Жди, Макс, жди. Пойду я тоже подожду, если меня не убьют по дороге. А куда он прилетает-то? А, вижу вот, точку. Вот он. Леха, за я тобой. Я запрыгнул. Пошли в жопу. Залетайте, ребята. Я улетел. Ну, нет, а я! Все, Леша, мы с тобой остались, короче, нас бросили. Я эвакуировался, я в постели, ребят. Смотрим на результаты. 6 пилотов, 2 титана, 37 солдат, 2 смерти. Да молодцы, блин, один я вообще... Да нормально, чё. Ащеры. Так, ну что, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи. Всем пока.